Сегодня мы на Черном море. С утра море было прям чистое, спокойное. Сейчас вот немножко разволновалось. Там вдалеке виден Крымский мост. Вот снимаю прям из моря. Арка видна. Вчера здесь корабли ходили под ней. Вот. Ну и сегодня вот видно вдалеке баржи и корабли, и пароход вон там где-то стоит какой-то. Порт. Люди купаются, середина дня, конечно, жарко сейчас уже стало, все пошли отдыхать. Ну, народ есть на пляжах, отдыхают, кафе работают, эйлинги, вот видно, что все заселены, пустых нету, все загорают, ну, больше в тенечке уже. Так что мы вот накупались тоже и в гараж пойдем. Прохладное местечко, отдохнем. Такой приятный плеск волн, релакс прям для нас. Вот кто-то на крыле там летает. Сделали хорошую дорогу сюда, подход к морю. Поэтому отдыхаем, наслаждаемся, заряжаемся энергией.